Меня зовут Светлана Григорьева, мне 23 года, и я карелка. Корни мои уходят даже не просто в Карелию, а в глубокую такую деревню карельскую под названием Паданы. Я обожаю калитки. Это наше национальное блюдо. Кто-нибудь кушал калитки? Нет. Калитки, они восхитительны. Калитки бывают с творогом, они бывают с картошечкой, бывают с разными крупами. И я очень часто готовлю калитки. И когда я общаюсь с ребятами, которые живут за пределами Карелии, то всегда их угощаю этими калитками. Всем советую попробовать. Мне аж калиточку захотелось.